Ох уж это издательство «Нигма». Ну кто еще так иллюстрирует классику? А попробовать удивить, иллюстрируя детские, давно всем знакомые сказки, ну это нужно иметь очень много любви и трепета к своей работе. Сегодня в нашем обзоре две сказки Андерсена «Русалочка» и «Гадкий утенок». Сказки эти всем знакомы, и о них мы говорить не будем. Расскажем вам лучше об иллюстраторах. Книга «Русалочка» проиллюстрирована завораживающими работами Яны Седовой. Вероятнее всего, вы встречали уже ее иллюстрации во множестве детских книг, потому что она сотрудничает с многими издательствами, в том числе и за рубежом. Яна художник, иллюстратор, лауреат международных и отечественных конкурсов, а с 2011 года она является членом Московского союза художников. А сейчас самое время поговорить об иллюстраторе «Гадкого утенка». Художник Евгений Антоненков создал по заказу датской компании иллюстрацию «Гадкому утенку». На русском языке сказка выходит в классическом переводе «Ганзен». Именно в этом переводе миллионы советских детей познакомились с трогательной и мудрой сказкой. Евгений Антоненков – художник, иллюстратор датских книг, проиллюстрировал несколько десятков книг в России и за рубежом, в том числе книги «Нигма». В 2009 и 2010 году Евгений Антоненков был номинирован на международную премию «Астрид Лингрен». Обе эти книжечки с волшебными иллюстрациями доступны для заказа в нашем онлайн-магазине мнекнигу.де. Будем вас ждать!